Голова обласної ради Ігор Дятлов також звернувся до земляків. Емоційну заяву політика розповсюдила його прес-служба. Для нас очень важна поддержка каждого жителя города Николаева и Николаевской области. Только вместе мы сможем защитить наших детей, наших родителей и наш город. Потому что вместе мы сила. Мы однозначно сохраним порядок в нашем городе. Экстремисты должны понимать, что самое главное в нашей жизни, самое святое – это наши люди и наше единство. И мы сметем любого, кто вздумает посягнуть на безопасность наших людей.